Наш Одесский информационно-туристический центр ежегодно уже проводит такие экскурсии. Это и на день самого информационного туристического центра, и на день туризма. Наш информационный центр работает под эгидой Департамента культуры и туризма Одесского городского совета. И сейчас наша экскурсия будет посвящена криминальному прошлому нашего города, тех людей, которые с ним связаны, и тех вещей, которые связаны с криминальным прошлым не только истории нашего города, но и всей бывшей империи. Одесса – это город молодой. Одесса в основном состоит из приезжих в той или иной степени, по сути. Ну, как любой, в принципе, крупный город, особенно город молодой. И поэтому среди приезжих разных национальностей были те, которые не хотели честно работать, а хотели отнять деньги у тех, кто честно работает. Таких людей называли бандитами или контрабандистами. Но если вы думаете, что бандиты поступали так, как сейчас, врываются там, грабят, были, конечно, такие, но в начале 20 века таких бандитов называли халамитниками. Я коренная одесситка, мне интересно все, что связано с Одессой. Это, мне кажется, в крови. Ну и криминальная Одесса. Я живу на улице. Это, можно так сказать, связано со мной даже. Я живу на улице, на которой когда-то жил Карабас. Ну и когда, конечно, я узнала, что есть экскурсия по криминальной Одессе, конечно же, мне интересно было пойти, узнать что-то интересное, открыть для себя что-то новенькое. Хотя, конечно же, о Соньке с золотой ручкой я и так знала. Допустим, тот же «Зямор и землем» Сидней Рейли. Первое задание его было, это он прибыл в Порт-Артур, представившись лесоторговцем, крупным оптовиком, вошел в доверие. У него оказались все схемы укрепрайонов, все прочее, он их удачно продал японцам. Поэтому я не исключаю, что каким-то образом он тоже повлиял на ход тех событий, которые были во время русско-японской войны. То есть одесские люди, которые связаны с криминалом, они внесли большую лепту вообще, в принципе, в это ремесло, я бы сказал. Ну, здесь, я же говорю, вот Павел уже говорил о Мишке-япончике, о кафе вот этом Фанконе. В Одессе очень много, что можно рассказать, но нужно интересоваться не только криминалом, понимаете? Это вся Одесса, это памятник. В 1872 году открылось легендарное кафе на пересечении улиц Екатерининская и Ланжероновская. Это место притягивало самых известных криминальных авторитетов, за которыми стояли самые громкие дела Одессы. Одним из таких криминальных авторитетов являлся Миша Япончик. В этом здании находился его штаб. Здание сзади вас – это кафе Фанконе бывшее. Здесь был король всех одесситов, здесь была литературная магема. Здесь я буду рассказывать о прошлом алейхума, но здесь был и король всех бандитов Одессы Моисей Вольфович Винницкий.